Друзья, всем привет! Сегодня у нас 31 декабря. Это значит, что наступает Новый год. Этот влог, конечно, выйдет чуть позже, потому что, ну, вы понимаете, это же нужно отпраздновать, отойти, прийти в себя, перекинуть все в видео, помонтировать, бла-бла-бла, поэтому... Наверное, вы это будете смотреть, я не знаю, на старый Новый год или на какое-нибудь на Рождество. Но влог будет по-любому интересный, потому что мы поедем сегодня к нашей Оле. Кто не знает, это Love Korea. Так, для того, чтобы нам поехать, что нам надо? Что нам надо, значит, что? Леша остается дома, так как он работает, и он освободится только в 9 часов вечера. Поедем мы с Миланкой. Я возьму с собой одну из собачек, это будет Лолик. Ну, естественно, нужно, чтобы дома был чистенько порядочек, чтобы мы приехали в чистый дом, ничего не делали и просто отдыхали. Мне надо сейчас будет пропылесосить, помыть полы. Подарки я вчера уже приготовила, сейчас вам покажу. В общем, всем собраться. Блин, мне же еще надо делать котлеты. А, как я все это успею? Включаем режим ускорения. Sound right, boy. Я приготовила для Оли и для ее подруги Ани, ну, для нашей общей подруги Ани. Кстати, Аня же была моим тайным Сантой, представляете? Ребята, так как сейчас уже начался Крисмас, 1:01, ура, ура! В общем, вот этот подарок, подожди, потихоньку, дай подписчикам расскажу, подожди. Этот подарок получается от своего новогоднего Санты. Ставь его сюда, ставь, да. И давайте посмотрим, что приготовил тебе Санта. Покажись, покажись. А что ты не открываешь? Вообще, у меня даже такой подарок не был давно. Там же еще для Лёши есть. А, это, кажется, Лёша. А что это там? Покажи мне тоже.
витамин. Витамин мне дали. Что-то тебе, нам, всем. Это что такое? О май гад! У Новый год нас поздравляю, веселимся, всем счастлив. Не понимаю, не понимаю. Анечка, спасибо огромное за такой классный подарок. А что? Посмотри, такая хорошенькая. Посмотри на меня. Я одену все лучшее сразу. Носочки. Ух ты, какие хорошенькие. Это тебе, кажется, здесь косметика пришла. Ручка пришла. Шоколадочка пришла. Какая, покажи. Денежка, шоколадочка. Вино? Да. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Спасибо. Я вот такие носочки хотела. Это я хотела. Я хотела такие носочки. Ты вон с оленями ходи. Это, кажется, не мне. Еще вот эта штучка пришла. Да, Миланка любит тульский пряник. И собачка. А, и кстати, киндер. Ну, киндер это от меня. Так, короче, какая-то игрушка. И что-то пришло. Да, это мне. Вот это мое. Да, это открывай, это мое. Обалдеть, да, красиво. Покажи. И что это такое? Это булавочка, Пандора. А потом туда можно приделать еще шармики и на кофточку одевать. Все, очень спасибо за вот такие классные подарочки. У меня еще такого большого подарочка не было. Короче, у нас пришло здесь очень много конфеточек, там маме косметика, там маски, там шоколадочки, еще такая штучка такая. Открой, я хочу посмотреть. Как она открывается? А, она не открывается, короче, просто вот так открыть, и вот тут вот так шоколадки. Вот так. Покажи. Ух ты. Анечка, спасибо огромное. Вот такое еще там, что-нибудь там, шоколадочки, вино, вот эта шапочка, мне кажется, пришла вот такая хорошенькая. Еще витаминочки, вот такая штучка. Остальное, кажется, все шоколадки. Короче, всем очень спасибо, пока. Смотрите, вот что я подарю Ане. Это для собачек шампунь гипоаллергенный. Смотрите, вот такие вот вкусняшки, крем. Специальная вот эта штука от аллергии, потому что Аня сказала, что у ее дочки есть там что-то, в общем, всякое интересное. Вот такая жилетка вместе с белой кофточкой. Аня сказала, что у нее дочка поет, поэтому, я думаю, очень будет даже красиво в белой одежде петь. Так, дальше. Здесь специальный, не знаю, как сказать по-русски, вот такая штука, термос. Вот здесь термос, здесь две такие классные кружечки и вот такая куча масок. Вот. Защитой 94 от пыли и от всяких коронавирусов. Ну и вот такая вот штука вкусная. Так, это сюда. Дальше. Это подарки для Оли. Тоже такая же куча масок, собачки, игрушки. Вот такой вот фонарик. Специальная рука для того, чтобы расчесывать собаку. Вот такой вот подарок здесь, новогодний гномик. Вот такая лапка, может быть, на ключи на машину или, не знаю, куда-нибудь приделает. Игрушки новогодние, крем для рук и вот такая ароматная свеча.
А для Софии и Гелика я приготовила одинаковые подарки. Это мыльные пузыри, конфетки-шоколадки. У Софии есть вот такой вот стик от солнца, потому что девчонки постоянно мажутся такими штуками, чтобы не загорало лицо и не получало вредные ультрафиолетовые лучи. В общем, вот такой вот стик от фирмы Мамонды, крем для рук, ну и всякие вкусняшечки. И, конечно, как же празднование Нового года без бенгальского огня и фейерверков. Надеюсь, у нас получится их попускать. Покажу вам поближе. Вот такой вот удобный загончик. Можно, конечно, еще прикупить один и сделать его побольше, но я не стала. То есть место ей здесь нормально. Это лучше, чтобы она была в таком загончике, чем оставить ее в переноске, и там она сможет только спать и вообще никуда не ходить. Ну а теперь котлеты. Фарш у меня уже приготовлен. Здесь говядина и свинина. Я уже посолила, поперчила. Осталось только бросить лук. Так как у меня пока Тихо! На, иди смотри, на. Страшно. Так как пока мясорубку замучаешься доставать, я лучок промалываю в миксере. Так. От лука получаются котлетки очень сочные. Также я добавляю майонеза немного. И разбиваю яйцо. Правильно же? Вроде да. Конечно же, ручки должны быть у вас чистые. Мои глаза. Вообще все это делает, конечно, у меня Милана. Милана очень хорошо делает котлеты, но она в школе и сделать их не успеет. Поэтому... мои глаза! Холодные! Фарш получился очень мягеньким, сочным. Мои глаза! Котлетки я буду морозить. Это мука, для того, чтобы они не прилепились к дну разносика. Вот. Дальше. Набираем немного водички. И... вот так вот смачиваем руки, чтобы мясо к рукам не прилипало. И лепим котлетки. Вот так вот прижимаем мясо, чтобы они не развалились. Ребят, я вам честно скажу, раньше я никогда в жизни не думала, что я научусь делать котлеты. Для меня это было что-то из ряда вон прям выходящее. И, ну реально, я никогда не думала, что я... научусь делать котлеты. Но я их научилась делать, и оказывается, это совсем не сложно. Конечно, можно еще налепить из этих котлеток, но из этого фарша фрикадельки. У меня, смотрите, как красиво получились котлеточки, блин, прям одна к одной. Ой, красота какая.
Как раз на 3 раза. 8, 8, 8. Я молодец. И в морозилочку. И эти в морозилку. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Так, в морозилке у меня мандушки, ягода, кимчи, потом размораживаю, кушаем и жарим, котлеточки, ну и мясо, мясо, мясо. Ребят, пошла прогуляться с собаками. Смотрите, какая есть помойка. Сюда, значит, нужно выкидывать правильно всю помойку, то есть там пластик отдельно, там тра-та-та. И смотрите, здесь прям даже вон есть фотографии людей, которые неправильно выкинули помойку. Вот, и их за это порицают. Штраф за неправильно выкинутый мусор 1 миллион вон. Пойдемте. Какашки, если собаки накакают, какашечный пакетик есть. То есть мы всегда выбрасываем какашки и не оставляем. Хотя, конечно, иногда попадаются на улице. Господи, этот Лола. Лолик, видите, какая игручая, любит со всеми играть, она уже достала всех. Поэтому поедем к Оле, пусть она там с той Йокой поиграет. У него шерсти много. Так что жрет? Вот и Миланка со школы пришла. Ничего себе, что-то там притащила такое тяжелое. После прогулки Кубику моют лапы, девчонкам ножки протерли. Все? Доча, ты что делаешь? Готовлюсь в другой класс что-то убирать. Это ты, получается, последний год будешь учиться, да, вот в этой чунгхакё? И потом уже кодэнхакё, да, в следующем году? Понятно. Это вам говорят все забирать, да, оттуда? А у нас потому что там кунгса будут делать. Так бы все оставила. Ремонт. А это что такое? Просто сука. Полотенчик. Понятно. Дочь, ты голодная, кушать хочешь? Нет. А ты в школе кушала? Нет. А что? Там невкусно. А что там дают? Просто пап. Ну, кстати, мне тоже в школе, если честно, не очень нравилось кушать. Ну, пойдем со мной бутербродики понямнямаем. Рютыря? Бутербродики. Вон, с сыром, с колбаской. Не хочу. Ну, иди в школу. А что, сосиска одна? Еще дать? Не сосиска, а колбаска. Ну не давай нюхать, в рот прям лезут. Фу! Невоспитанные собаки. Это винегрет. Миланка, наверное, первый раз такой ест. Это бабушка еще такое делала. А это бондяра. Да? Будешь? Вкусненько? А я такое кушала. Я такое кушала. Это тетя Юля сделала. Тетя Аронг. Спасибо. Ну, прислала нам. Ребят, покажу вам поближе мой подарочек. Конечно, многие с России, для вас это, ну, как бы повседневная еда, но для меня это просто, я не знаю, пища богов. Я не знаю, когда последний раз ела холодец, я не знаю, когда последний раз ела вообще вот такой вот вкусный и прекрасный, посмотрите, какой красивый винегрет. Это вот, знаете, вот как будто мне мама все это приготовила. Посмотрите, какой холодец. Его вот так вот перевернешь, и там будет красота, красота. И вот такие бочковые помидоры. У Юли свой огород, и она сама выращивает вот эту вот петрушечку. Помидорчики, кимчи. В общем, все-все-все она делает сама. Ребята, даже она сделала вот этот хлеб. Юленька, я очень тебе благодарна. Вот такая вот открыточка.
Я на форуме Масяня, как 20 лет уже, а Юля Аронг. То есть мы все знакомы 1000 лет, но я реально не ожидала. Я реально не ожидала вот такой вот вкуснотищи, друзья. Мне аж стыдно, что я отправила вот такие вот подарки. Девочки, обязательно в следующем году я сделаю еще подарки интереснее, красивее, и вам еще больше понравится. Спасибо, Юленька, огромное-преогромное. Ну пошли со мной по ням-нямам, пока я весь не съела. Да, в общем, не яды. Ну давай, убирай. Попить, подождите, пожалуйста. Кого? Попить. Что? Не горячий. Водичку. Горячая, только подогрела. Все, я пошла отдыхать. И собираться надо. Да. Спасибо. Спасибо. Все, можно уходить. Собираюсь. Так, выпрямлю, как всегда, волосы. Я уже накрасилась. Купили собакам расчески. Они до такой степени классные, что у меня Милана ее забрала. А я забрала другую Кубикину. Ну, конечно, я его тоже расчесываю на выставке, но они вот собачьи расчески вообще офигенные. Так, выпрямляюсь плойкой Dyson. Я уже вам ее показывала. Поставила на 185 градусов режим. Вот, буду выпрямляться. Хотела сходить подстричься. Ну, естественно, как всегда, все отложила на последний день. И, конечно же, я туда уже не успела, потому что там уже все забито. Смотрите, кстати, как можно этой плойкой волосы накручивать. Вот так. Вот так. Видели? Ну, так можно, конечно, делать любой плойкой. Я не знаю, есть ли смысл мне сейчас это делать. Ну, можно попробовать. Завить волосюшки немного. Да, длинные у меня волосы, их нужно срочно подстригать. Я уже почти готова. Все-таки я решила накрутиться. Ребят, выпрямить или накрутить волосы для меня дольше, чем... Блин, приготовить котлеты. Ну и спрей собачий, потому что у меня, оказывается, нету человеческого спрея, я им не пользуюсь. А здесь нужно все-таки было немножечко локоны зафиксировать. Вот так вот у меня получилось. Так, теперь где пробор? Пробор должен быть ровный. Это меня Милана научила. Очень надеюсь, что все это дело доживет до гостей. Такие волосюшки красивые получились. Красота. Все. Пошла одеваться. Все, друзья, мы готовы. Выглядим по-новогоднему. Лолик, 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 Лолик готов. Новогодняя собака. И поехали к нашей Оле. Друзья, где-то салют, вон где-то там. Не видно где, только слышно. Ура! У нас начались праздники! Друзья!
друзья, еще раз всех с праздниками. Я желаю вам успеть загадать желание в 12 часов. Всем пока. Подписывайтесь, лайки, комментарии, ТикТок, Инстаграм. Я вас всех люблю.